Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм. От города до места, мотая километры, горшок сокровищ вертится в башке. Дамы и господа, мое вам здрасте! Добро пожаловать на серьезный канал, серьезным мужикам. Да-да, ребята, мы сейчас у наемников. Как вы помните, в прошлой серии мы здесь немножко пошухерили в конце. Я хочу начать эту серию, ребята, с тайников. Пойдем забирать. Блин, пока тут засада не началась. Кстати, можно здесь, ребята, ходить в своем экзоскелете наемников. А здесь у нас, смотрите, барыги какие-то ошиваются. Я не понял, может быть, им репу попричесать немного. Не, ну ладно, хай, до них дело еще дойдет. Так, первый тайничок у нас, ребята, вот. Все никак не заберу. Надо нам локации освобождать от тайников. Что нам тут такое подвалило? Ага, сайга. 12К. Продадим этот хлам. Тут еще один тайник имеется. УАШП красота. Вон и кидали старую пусталку. Блин, пукан подгорел. Ну, как обычно, все. А сегодня, ребята, нас ждет серьезная работа. Да, это не работа. На ученых этих долбанутых так ходим, тут скадеры ставь, всякие ребусы разгадывать. Нет, такое дело не пойдет, ребята. О, смотрите, тут засада опять. Во, вот она, ребята, химера. А, на меня отвлекись. Иди сюда, мой белый сахар. О, джек. Она не знает, где я, ребята. Ой-ой-ой, вот это да. Вот это серия с веселой начинается. Ваш красота. Иди сюда, куда пошел. О, джек. На тебе, скотина. О, сразу ранг повысил на 3. Так, а копыта отлетела. О, аж пе красота. Ну что, идем к главному, ребята. Так, пароль тебе во втором кругу не надо, а то, может быть, тебе еще и тыку почистить. Прохожу, чувак. Не волнуйся, не переживай. Так, что у меня тут с артефактами, я не понял. Мне артефакты не повесил, странное дело. Для серьезной работы нужны серьезные артефакты. Здесь у нас еще имеется вот шут гороховый. Смотрите, какую кепку на себя нахлобучил. Вот дает, блин, а. Склифосовский. Так, ладно, хрен с тобой. Вот, нам нужен этот челик. А, кстати, ребята, здесь же есть еще у нас торговец, у которого нет-нет появляются ремкомплекты для брони. Ну-ка посмотрим. О, сейчас нету. Ну, захотите, перезагрузитесь. Кстати, у него можно еще ящик с зарядами, гранаты ВОК-25 прикупить. Во, надо где-нибудь себе надыбать автомат с подстволом. Ну, у меня там есть кое-где. Ой, гранату. Это что за растяжка здесь, а? У меня на затоне есть такой автомат. Надо бы его с собой потаскать, потестить немного. Ну что, давай, братан. Есть дело к тебе. Что за дело? А, дело касается вертолетов. Мне нужна любая информация о них. Информация есть. Шара нету. Тут нужна взаимность. Ты мне, я тебе. Если согласишься нам помочь, получишь нужную информацию. Если откажешься, мы тебе не союзники. Будешь гоним нами, как зверь. По рукам? Конечно, по рукам. Да дело несложное, сделать нужно всего-то ничего. Просто сходить с моими ребятами на завод и узнать кое о чем. Не скрою, узнать нужно о нашем пропавшем патруле. Ребят что-то загубило. Нужно удостовериться точно, что и где. Если кто-то из них выжил, доставить их сюда. Сейчас я свяжусь с ребятами, скажу, что ожидали тебя. Хорошечно, давай. Ребята в сборе, ждут тебя около парадного входа. Ясно, братан, выдвигаемся. О, наконец-то, ребята, серьезная работа. Наконец-то пошухерим. Не, ну я не знаю, серьезно, не серьезно. Ну, чуваки, смотрите, в экзоскелетах, значит, они не на прогулку собрались, а может, по бабам пойдем, а? Тебя прислал босс? Конечно, кто же еще? Хорошо, тогда выдвигаемся. Ну, пошли все своим готовы. Пешком. Выходим. Короче, ребята, этих чувачков надо сопровождать за ручку и далеко от них не отходить, потому что, ну, мало ли что, их четверо-то всего. Нормально пока добрались, аж пей никого не встретили. Так, челики, а что мы здесь будем делать? Идем. Ходим мы тут защищать собачек. Ага, зачистить периметр надо. Ой, ё-моё, а тут у нас зомбические ребята. Понеслась. О, джига, смотрите. Так, стоять, один упал. Упал, это уже хорошо. Пусть отжимается. Так, тебе бубен пролетело. Не знаю, этого что-то... Ранги повышаются, хедшотов нету, ребята. Блин, в плечо попал. Да что ж такое-то, а? Поближе, что ли, подойти? Что за ствол у меня? Мазила старый. О, наконец-то. Блин, опять повышено. Да что ж такое-то, а, сегодня? Сегодня что-то не прет нифига. Так, поближе подойдем. О, очкарик. Работаем. Улыбнись. Опять ранг повышен. Да что ж такое-то, а? Блин, бам-бам.
Ну ладно, хоть бабосик с них пособираю. Ну и что, чувачки? Что мы тут будем делать? Ой-ой-ой, смотрите, у меня уже 1627 ранга. А хэдшотов 205. Плохо я репы разбиваю, плохо. Семечки сегодня плохо добываем. Так, что у нас здесь такое? Чувачье. Ну что, ребята, подтягивайтесь давайте. Куда-то мы пришли, ребята. Что здесь надо делать? Иди, мы прикроем вход. Спасибо большое. Вообще молодец, блин. Ой, ё-моё, ребята. Ой, Джанго, Джанго, смотрите, что творится. Сваливать надо отсюда. По-моему, сваливать надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На контролёр нарвались. Выбраться из здания надо. Офигеть. Так, чуваки, стрелять не будете? А, смотрите. Это. Оба-на, зомбировал, ребята, зомбировал. Пипец, я не знаю, как тут прорваться. Так, нас чуваков пока еще не тронули. Блин, все зомбические, смотрите, что творится-то, а. Ё-моё, я оружие достать не могу никак. Так, дай тебе денег хоть подрезать. Валить, валить надо, ребята, валить надо опять наемникам. Твою дивизию, да сколько же здесь сверху, вот развелось, тварь, а. Гаси, гаси, гаси столка, гаси громкоса. А, на меня только джага-джага не пугает. Да что же это за фото у меня? Открыть это делать пришлось-то, блин. О, стреляет немного. О, есть контакт. Это все-таки я ее сделал, ребята. Не, эти чумоходы ничего вообще без меня сделать не могут. Тут долго с этим более. О, наемники, елки-палки. Пипец. Так, где их главный тут? А? О, смотрите, во, что они могут. Тушканов только могут пощелкать. Ну, блин, дают, а, чувачелы. Так, ну что у нас тут? Что за диалог-то, интересно, нас ждет? Слушай, братишки, твоим чувакам жопу на морды натянули. Я кое-как сам ноги унес оттуда. Видал, смотри, даже аптечку надо использовать. Кстати, ребята, сколько у меня аптечек, а, осталось? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, а как воевать? У меня последняя аптечка осталась. И это последняя. Короче, шляпа полная. Ладно, давайте порешаем. Может, он мне что-нибудь ответит. Почему сам? Где все? Что стряслось? Плохие новости, командир. Ребята твои сгинули. Как только мы пришли на сигнал КПК, услышали тонкий и раздражительный писк в ушах. Появился контролер. Нейтрализовать его не вышло. Он взял под контроль твоих ребят. Мне повезло. Хорошо, что с собой оказался психоделин. С первыми признаками давления на мозги я его применил. Опыт есть, как-никак. Сейчас контролер все еще там. Я бы советовал снова собрать отряд и выдать им по психоделину. Да уж, не повезло бойцам. Ладно, организую еще, ребят. Только вот, что за психоделин, я не в курсе. Я вот тебе денег дам, бойцов будет четверо. Поэтому закупишь на них 4 этих психоделина и раздашь всем членам отряда перед боем. О, штукарь дал, хорошо. Заработали, ребята, 250 психоделин продаем. Не, ну а чё? Наша миссия такая, мы по сторонке постоим. Кстати, я, ребята, зацепил свой гаусс-автомат. Хочу использовать на этом психоделине. Я от Мальфара, скоро пойдем на завод. А сейчас нужно, чтобы все члены отряда получили медикамент, психоделин. Ясно. А где нам его взять? У меня вот, раздай всем членам отряда и предупреди, чтобы, если почувствуют воздействие на мозг, немедленно воспользовались этим препаратом. Ага, будет сделано. Ну что, двинулись? Конечно, двинулись. Давай, вперед на мины. Бой, ребята, бой. Думаете, я что, отсиживаться буду сидеть, ребята? Нет, у меня есть гаусс, я вдалека буду гасить. О, смотрите, ребята, тут на шару еще двое прибежало, блин. О, дают, а. О, а как же добить? А я? Снова я головка откатим, все это, ребята. Пипец, не повезло. Ну ладно, хоть разуем этих чуваков. Что за крендели-то, а? Почему их зомбически так зомбировал? Костик Егорь, бандиты. А я бандит, ребята. Ой, мне надо еще из группировки выйти, ё-моё. Мужики, понеслась! О, смотрите, тут зомбических прибавилось. Нет, с ними-то я не буду так разговаривать. Ну и ладно, на них такие патроны жалко тратить. О, уже положили чувака. Вот цифровую территорию снова защищать. Ох ты ж, ё-моё, вон он, ребята. Вон он, скотина это. Ё-моё, так. Сейчас мы сделаем его быстренько. Что, как думаете, получится, не получится? Что-то понеслась, ребята, фигня какая-то нездоровая. Так, вот оно. Вот оно, оружие возмездия. Коллектив, сейчас мы его щелкнем, с одного выстрела я должен это сделать.
Вон скотина. Нельзя к нему подходить. Пипец, далека только, ребята. Смотрите, что делает, а. Лупит, сейчас же лупанет. Чуть с гауч там себя не застрелил. Офигеть, вот это да. Так, ну-ка, выходи, скотина. На тебе. Ха-ха, есть контакт, ребята, я сделал его, у меня ранг повыше, плюс 4. Все, теперь осталось только с солдатиками разобраться. Ну, здесь последний был. Так, что такое здесь у нас? А что они друг друга гасят, я не понял сейчас. Еще один? Ё-моё, вонючий случай, ребята. Какое-то сходство, вы гляньте. Охренеть. Вот это да. Вот это тут лупилово. Ой, аж на поплохело старому сталку. Отступаем, ребята. Так, где у нас? Так, чуваки, психоделин приняли? Молодцы, красавчики, мне тоже надо, по идее, затариться этим суперсредством. Ни хрена они без меня не могут. О, второго пощелкал. Есть контакт, ребята, бубны только так расстрашиваются. А, джага-джага, еще в аномалию залез, блин. Этого нам не хватало. Где третий еще, что ли, есть? Содержание токсинов в крови. Так, теперь нам психоделин точно пригодится. Все, нормалайсен. Где еще один? Гасится, ребята, смотрите. Так, наши чуваки всех загасили. Ух ты ж, ё-моё. Так, что-то у нас еще не сделано. Я что-то не понял пока. Чего? Мы еще территорию не зачистили. По-моему, на карте еще кто-то есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, мутантов сколько. Ёлки-палки, это кто? Тоже мутанты. А, бегут, джага-джага, ребята. Так, что это такое? О, снорки наступают. Ваш пех. Ливер попер, ребята, ливер. Ах, джага-джага, иди-ка сюда, мой белый сахар. Где ты там? Куда ушел? Че, похоронили? Вот она, ребята, аж лапа отлетела. Копыта отбросил быстро. Так, еще один здесь спрятался. Ах ты, шакал, ты паршивый, блин, в аномалию залез, скотина. Смотрите, что делает, а. Ах, джага-джага, и с этого лапу подняли. Есть контакт. Продолжаем маневрирование. Наверное, нам тут надо всю территорию зачистить. Я не понял, этих контролеров надо обыскать. Надо. Где вообще они все? Так, вот последний остался. Это моя лошадь, чуваки. Ранг повышен, плюс один. Так, еще один кто-то. Вот, ходит. Ходит, бродит по Парижу, Рыжикот. Хорошо, как они отображаются на мини-карте. Вы лучшие! Нормально. Доложить Мальфару о выполнении, ребята, мы сделали это с вами. Да, ребята, в зоне хорошо живут зомби, мутанты и старые сталки. Так, еще и химеры. Ну-ка, на химерика мы... Ай, запоганил я один патрон. Так, химеру, смотрите, просто так не возьмешь. Кидают всякие тут. А, есть контакт. Чувачок, ты приплыл. Один все-таки вылез, ребята, на Вахудоносор. Не, куда этот хобот лезет? А я, не знаете, гранатами кидается, вот и это. Так, ты что, братан? О, тоже на перерабатывающую фабрику. Хедшот, ребята, семечки выбили. Блин, правда, складывать мне некуда. Хрен на тебя, короче говоря. Так, что мне выкинуть? А как вот вы думаете? Наверное, вот этот вот уставший костюм срочно надо выбрасывать. Поэтому со сталкой все подметем. Так, тут еще один кто-то у нас вот лежит. Блин, бам-бам. Ну, придется еще вот этот выбросить костюм. Куда деваться? Прям, блин, обложили меня, а. Смотрите. О, психоделин. Ваш пи красота. Аптечку надо срочно сажать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Все-таки костюм мой превратился в бочалку снова. Блин, чувак, ты мне за это денег должен. Справились с контролером? С контролерами, как оказалось, их было трое. Теперь там безопасно, ребята твои постарались. Ох ты ж, 8 косарей денег. Золотую рыбку дал, ребята. Л85А2 патронов навтыкал. Ремкоплект для бронекостюмов. Молодец, вот это вот за это тебе спасибо. И тактика ведения боя СВУ. Ох ты ж, ремкоплект для оружия даже дал. Ну нормально, только я все это понесу. Спасибо за ценную информацию, рад был оказать помощь. Смотрите, хорошие квесты, оказывается, они выдают. Еще раз спасибо за помощь. Имеешь желание вступить в наш отряд? Ох уж, больно ты мне понравился. Не подумай, чего плохого. Понравился как боец. Тактические навыки есть и харизма определенная. Блин, нет, чувак, пока я не хочу. Пока пойду с твоим чуваком поторгую. Костюмчик, ребята, подрихтуем. Ох ты ж, нам еще и бубен пробили неплохо. Не, ну это Хибера постаралась, 100%. Короче, ремонтируемся. И валим отсюда.
Коллектив час хрена стал. Мы с вами своим пешком пришли на вертолетную площадку, а тут снова у нас нападение, ребята, какие-то зомби у нас тут все. Блин, шубуршатся. Собачки, что ли? Ой, ё-моё, смотрите, как вонючий ты случай. Тебя еще не хватало, а собачин, жирыдень какой, а писинкатый, а? Вот дают, блин. Так, чувак, тебя здесь не сильно потревожили? Вот, там еще этот трупешник валяется до сих пор, а может быть и новый уже. Ну-ка, будем с ним пообщаться. Стой, кто идет? Назови позывной. Сирена гудит. Все верно. Ты кто такой и как узнал, что меня можно здесь найти? Майор Дегтярев, я СБУ. Узнал о тебе от Радзинского, которого недавно вызвали из плена. Поздравляю, майор, ты прям Рэмбо. И у меня есть еще одна возможность подтвердить на практике свои высокие морально-боевые качества. Раз повышен плюс 2, ребята. Ой, ну дает на вахуда носа. Задание найти профессора Тягнибока, который 4 дня назад пропал в Припяти. Это с каких пор Тягнибок стал, ребята, профессором? Все факты говорят о том, что похищение профессора – дело рук Монолита. Главная проблема заключается в том, что вместе с профессором пропал также важный научный доклад. Если честно, хрен с ним, с ученым. Найди бумаги. Вот координаты места, где последний раз запеленговали КПК профессора. Понял. С кем мне связаться, когда я окажусь в Припяти? Со мной. Как только получишь бумаги, возвращайся сюда. Уходить без бумаг я не собираюсь. Ясно, чувак, до связи. Так, я сейчас вот не понял только. А как мы пойдем-то в Припять? Или где этого Тягнибока искать? Ой-ой-ой, ребята, нам еще надо вот здесь вот это вот забрать, персональный рюкзак свой. Так, в рыжий лес у нас есть. Здесь у нас вертоплёт К-4, который мы еще не обследовали. Ага, первый отдел завода Юпитера обследовать. Ну да ладно, фиг на него, короче, на этого Тягнибока пока. Припять подождет. А нам, ребята, своим пешком надо забрать персональный рюкзак и канать на затон. Ничего не меняется в датском королевстве. Челубей все так же летает. Банкир жиром заплывает. Ну а борода согревает в холода борода. Так, чувачело, с тебя, наверное, начнем. Одно дело возникло. По слухам, бандиты собираются купить партию оружия. Наши ребята хотят за ними проследить и по возможности помешать. Любая помощь была бы кстати. О, ну наконец-то вы родили. Борода, помнишь, расспрашивал тебя насчет чужаков на Скадовске? Да, особо обнаружилось. Да выяснилось, что эти бандиты несли к нам на борт взрывчатку на управлении. Как стало известно позднее, все это дело рук Альфы. Мне удалось обезвредить все бомбы на Скадовске. Думаю, это заслуживает некоторых лавров. Ой, елки-палки, ребята, красота. 7 косарей всего еще подрезали. Мало того, на Янове нас стабдили, да еще и тут. Ну и дела, с Альфой шутки плохи. Слава богу, ты вовремя все это обнаружил. Насчет лавров не обижу. Вот заслуженное. Еще патроны дал. Вообще красота. Молодец, блин. Так, второй у нас. Кто у нас тут? Ага, султанчик. Султашке здорово. Люциан и его люди мертвы. Отлично, с тобой приятно вести дела. Вот твоя доля. Удачи. Родина не забудет. 10 косарей, ребята. Ну и бывай, чувак, елки-палки. А что твоего? Кента нету, что ли? Ну ладно, хрен за него. Значит, ребята, должен быть сейчас диалог у нас. Вот с этим чуваком, который рядом с мечом стоит. Ой, его и меч-то и зовут. Рядом с всяким, который стоит. Сейчас-то старый совсем уже ваш перезапутался. Здравствуй, сталкер. Мое имя Меч. Я здесь на затоне главный по спецоперациям. Если желаешь подзаработать, у меня есть одно серьезное дело. А, было бы очень кстати. Слушай, дело такое. Не так давно стало известно, что банда Чапаева, местного бандитского полупокера, затевает нападение на Скадовск. Причем не как-либо что, а по причине жадности. Уж больно прожорлив этот Чапай. Нужно поскорее зарубить их на корню, иначе горе не миновать. На задание идешь не один, а с бригадой Эльбруса. Они помогут тебе с боеприпасами и прикроют в бою. Как только прибудешь на место встречи, возьмешь командование группой на себя. Все ясно? Или повторить? Ясно, братан, отправляюсь. Только я не сейчас отправляюсь своим пичком. Вернее, полечу на вертолете. Я хочу у чувачка-то патроны надо на гаусс, ребята, прикупить. Как без гаусса-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну нет у него патронов, опять обделила нас судьба. Хрен с ним, будем вот с этой пукалкой тогда шифроваться. Погнали. Погнали, наши городские чуваки, нас уже возле портовых кранов заждались. Есть контакт.
Продолжаем маневрирование. Так, ну что, чуваки, готовы? Готовы. Дал нам Форд 12. Апгрейд ножа. Нафига он мне нужен? Не, ну, в принципе, пригодится, наверное. Вон там собаки бегают. Вообще красота. Давай, братан, я беру командование на себя. Погнали с главного входа. И ходят тут, и ходят всякие кабаны. Вон собаки мне нафиг. А, джага-джага, есть контакт. Тебе еще всандалил. Кто там говорит, что ствол плохой? Ха-ха, ходят тут всякие, блин. Ай, собакин, да, два патрона, конечно, не особо. Но лупит-то, лупит сдалека, ребята, смотрите, как. А, джага-джага, нафиг, ладно. Кабанчики, свиноте тут развелось, смотрите, как грязи. Ох, хрюндель, на тебе, врыло. Все, положили, нет, чуваки? Блин, собаки слушали. А, есть контакт. Все, нормалайсен, продолжаем маневрирование. О, ну вроде бы своим пичком дошли, блин, а что нас трое? Четверо, трое. Так, ждем твоей команды. Первый выстрел за мной, ребята, почетная, почетная нам миссия. Ну что, хэдшот сразу же? Ну-ка, бубен, в глаз, наверное, в глаз, как белку в глаз. А, есть контакт, пощут первый. Гранатами закидаю нафиг, чертям собачьим. На, скотина, получай слепец. Вот здесь еще у нас много, ребята, много здесь, а. Бабам, сколько есть контакт. Так, вот здесь где-то на проходной еще чувачок был. Тудой закинем, тудой. 17 рыл, ребята. Да хрена их много здесь, а. Блин, понеслась. Что там говорили? Старый стал. Старый стал, да? О, получай, джага-джага. Граната, смотри, как подвисла вообще нормально. Ай-яй-яй-яй, да, старый лошара, елки-палки, гранатами не умеет кидать. Давайте мы его сейчас вот тудой. Эх, не попал. О, джага-джага. Вот так вот я, ребята, вот так вот действуем, действуем. Валим, валим отсюда, валим, надо перезарядиться с ростникенцем. Так, где ты там, скотина, сидишь? Есть контакт. Продолжаю маневрирование, ребята, нам надо чипая первым делом ухать, дохать. Где ты там, скотина? Блин, главное торговец, чтобы здесь живой остался. Наверное, останется живой. Так, ну где вы? Хэдшоты, хэдшоты. Не будем сюда хэдшоты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, сзади, сзади. Сбоку заходи, сбоку заходи. Я, ребята, не буду отсиживаться в обороне. Ну его в баню. Так, вот он, скотина, пошел в атаку, смотрите, а. Куда ты тут лезешь? Ранг повышен у нас, нормал лайсенс. Так, где эти чипай, долбаны? Ох ты, смотрите, сваливает, сваливает. О, джага-джага, есть контакт. Куда пощу, Альф? Первым делом ты у нас. Где этот кобр? А, есть контакт. Ай-яй-яй-яй, патрон закончился, срочно надо перезарядку, блин. Блин, черт, что парень? Ах, ты ж гаденыш, а. Смотрите, а. Что такое, неубиваемый, что ли? Я не понял. Лови педрила, сейчас я тебе педрила сделаю. Куда пошёл? Я главного буду, ребята, пасти. А, джека-джека. А, есть контакт, хэдшот на нем сделали. Есть, есть, мы сделали это. Первого завалил. Можно, в принципе, оставить чувачкам на растерзание. Нет, мы же не ищем легких путей, ребята. Ох ты ж, первая аптечка пошёл. А, кто тут у нас? Я не понял, сейчас я всех пощелкаю здесь, а. Как семечки, блин. Так, видите, огурцы. Ах, есть, бубен попал. Хорошо зарядил. Нормально, блин. Надо срочно перезаряжаться. Так, где у нас, кто еще здесь, а? Чипая, надо что-то снять. Флешка есть, имеется. Ох, ты ж нормально. Давайте у него еще все заберем. Автоматы, будем грабительством заниматься. Так. На тебе гранату. Да ладно. Не надо мне гранату, ранг повышен, нам надо. Нормалайсен, продолжаем маневрирование, ребята. Вы гляньте просто. Все, пятеро осталось. Ну, трое из них наши, скорее всего, блин. Или двое, или один остался. Так, где ты? О, что, все уже, что ли, мы разобрались? Нормально, нормально. А где тут-то? А где торгаш? Все, сделали. Мы сделали, ребята, это мы сделали. Ой, торгаш стоит, вообще красота. Можно броньку починить. Что мне тут с броней? Мне даже и не покоцали, нифига. Ну, в общем, обыскиваем чуваков, таскаем, ребята, хлам весь на продажу. И погнали, погнали за наградой. Флешечку, флешечку замутили же у чипа. Ребята, давайте посмотрим, где его схрон. Ага, тут еще флешка с поляка имеется. Так, два тайника. Нормалайсен. Так, где у нас на карте? Далеко? Флешка, так, это
О, Чапаева недалеко, а этого смоляка, блин, далеко. Бам-бам, ну можно телепортнуться. Мне самое главное, ребята, их не хабар. Мне же главное денежку забутить. Интересно, вот этот чувак не обидится? Чувачело, дай-ка денег. О, у меня как раз аптечек не было. О, а теперь смотрите, все по феншую, ребята. Ну сначала давайте заберем хабар Чапаева, тут же недалеко. Пришлось воспользоваться бонусом, ребята. Бонус же у нас имеется. Вот смотрите, какой артефакт, 20 килограмм веса. Чтобы оттарабить все с бандосов на Скадовск. Пришел проверить, тайничок Чапаева. Ну что, Чапаев, чем ты тут богат? Оба, она, смотрите, еще одна бронепластина кевларовая. Ваш пик красота. Тут прицел для чего-то нужен. Штурмовой. Оптический прицел от канадской компании. Переменной кратностью 1,4 диоптрии. Устанавливается на крепление типа планка Пикатини. Нам еще этого даром не надо. Ну ладно, может пригодиться. Ну и конечно же сумка СМВ. Все, забираем ее и пойдем еще отчитаемся. Ну как тут у нас делишки, ребята? Гагарин летает или нет? Или уже приземлился? А, нет, уже приземлился. Ну если здесь перезагрузиться, ребята, тогда он снова взлетит. Так, меч, что там с моим заданием уже выполнил? Готово! Справился с этим Чапой и с его тимуровцами тоже. А ребята твои очень выручили, за что им огромное спасибо. Правда, один слег. Отличная работа, Дегтярев. Одолели бандюков в один подход. Теперь держи от меня лично и от сталкеров знак благодарности. Вот этот хабар каменный цветок дал. Нафиг бы он нужен, персональный рюкзак, патрики, бабосиков. 6 тысяч гульденов отсыпал, вообще красота. MP3 плеер был загружен на новый трак. Трек. Тактика ведения боя. Спасибо, чувак, бывай. Давай тактику сразу же мы израсходуем, чтобы потом не говорили, что я не пользуюсь этой херней. Вот это я не знаю, для чего этот вообще документ нужен мне. Фиг с ним. Короче говоря, ребята, все нормально, все по феншую, все продал, все, весь хлам сложил, все как обычно. Все в нашем репертуаре. Ну что ж, ребята, теперь бороде. Здорово. Борода согревает в холода. Как дела на Скадовске, братан? Неплохо, неплохо, народ бухает исправно. А куда деваться? Радиация кругом. Да и жрут, будь здоров, как кабаны. Так что хорошо дела. И, кстати, одна из приятных новостей. У Кардана очень скоро день рождения. Через 2 дня будем дружно отмечать. Во как, действительно хорошая новость. Вот и мы так думаем. И хотим с ребятами что-то особенное преподнести нашему Карданчику. А зная его слабость, приходит на ум только спиртное. Одной водкой здесь точно не обойтись. Нужно что-нибудь этакое элитное. Ага, хитрый, зажал свою водяру. Ну ладно. Кардан же у нас и сам особенный. Таких людей в зоне нынче не сыщешь, как бы ни искал. Жулябский говорил, что есть один напиток, Бейлис называется. Как я понял, где его искать, он тоже знает. Поговори с ним. Думаю, он тебе расскажет больше. Да без проблем, сейчас спрошу этого Жулябского. Ну, давайте, ребята, с Жулябским мы уже поговорим с вами в следующей серии. А сейчас традиционная рубрика «Передавание перевитосов». Хочу сегодня передать перевет Александру Акопяну. Красава, Александр, помогай дальше в комментариях ВКонтакте. Олегу Фомину обязательный перевитос, прикольный комментарий. Михаилу Аладину, Люниксу Виндосовичу. Дил-дил, Бесту обязательный перевитос сегодня с Каргадой. Ну и Лики Братцевая. А на этом, ребята, давайте этот видосик закончим. Всем спасибо, кто смотрел меня. Оставляйте прикольные комментарии. А пока, ребята, всем пока. И до встречи в зоне. А мы с Гагариным полетели. Если что...